На уборку всей страной. В Приднестровье субботники сегодня ко Дню Республики приводили в порядок рыбницу. На субботник вышли все предприятия города. Рыбницкий речной порт. Живописный вид на Днестр. Нарушает гармонию только бытовой мусор. За 10 минут мы уже собрали мешок мусора. Тут у нас преимущественно пластиковые бутылки. Даже вот есть сеть рыболовная, которая запуталась в деревьях. Мой город – это мой дом. Я очень люблю природу, дорожу ею и призываю всех относиться точно так же. Сегодня чиновники сменили костюмы на рабочую одежду. Суть субботника, чтобы каждый чувствовал себя причастным к общему делу. Нам дано природы, берег нашего Днестра. Жители нашего города и района с удовольствием отдыхают, но необходимо поддерживать берег нашего Днестра в хорошем, в уютном, в чистоте содержать эту чистоту и этот вид, который дан нам природой, сохранить и передать нашему подрастающему поколению. За каждым предприятием закреплен свой участок. По традиции субботник проходит ко Дню Республики. Свой день рождения Приднестровье встретят в чистоте и красоте. Нужно подготовиться, привести город в чистоту, сделать все возможное для того, чтобы гости и граждане нашей республики могли видеть, насколько мы любим свою республику, свой город, насколько мы дорожим природой, насколько мы можем подать пример нашим детям. Все, что мы можем сделать, мы делаем для того, чтобы было красиво, чисто, уютно, чтобы как можно больше к нам приезжало туристов. Мусор после генеральной уборки вывезут на полигон. Сегодня его принимают бесплатно от участников субботника. Привели в порядок территорию и жители сел района.